участницы все готовы. Все репетировали, все счастливы, довольны. И сегодня, ну, самое яркое событие проекта. Сегодня мы увидим их с детками. Это самый трогательный выход. Все. По детям. Дети находятся сейчас в кармане. Ни один ребенок здесь не ходит. Карманы я сейчас покажу. Очень красивый, сложный танец хореографический. Ну и каждая, конечно, покажет свой номер. То есть сегодня будет такой бенефис таланта. Ты чего вальяжно-то идешь? Вот сюда иди. Быстрее, быстрее. Дело в том, что в жюри я не в первый раз, то есть я жюрил и конкурс КВН, я жюрил другие мероприятия, но мероприятия вот такого плана, то есть это для меня в первый раз, очень интересно все, очень, так сказать, неожиданно. Я надеюсь, что сегодня нас конкурсантки порадуют всем тем, чем, что они умеют делать. Супруга Ирина, номер 17, Ирина Халекина. Я думаю просто, чтобы у нее все получилось, что она задумала. Там посмотрим, но я ее поддерживаю всячески. Ну, как сказать, каждый человек свой же путь проходит. Вот, ей захотелось попробовать себя. Ну, я поддерживаю Ирину Захарову, она под номером 25 участвует. Хотелось бы пожелать ей выиграть вот всего-всего самого хорошего. И, конечно, настроение у нас тут замечательное. Я ожидаю, что она получит очень много удовольствия и обязательно выиграет. Очень все волнительно, потому что мы сегодня здесь с 8 утра. И все, конечно, нервничают, переживают, но сейчас все спокойнее. Я думаю, что мы сейчас должны собраться, выйти, и вы увидите грандиозный шоу. Вы знаете, эмоции, конечно, непередаваемые. Такое впечатление, что разум просто заснул, а действительно живешь только на эмоциях. Ну, не знаю, кто-то сказал, что вот этот вот праздник, вот это вот сегодняшнее финальное шоу похоже на рождение детей. Я бы так не сказала. Для меня это, наверное, больше похоже на день свадьбы. То есть те же эмоции, те же платья, наряды, прическа, макияж, свадебное платье, тем более финальное будет. Ну и потом, я не знаю, дети у меня, как бы, я вся в эмоциях. Супер, наша мама самая красивая, она сегодня победит по-любому. 100%. Будем болеть за нее. С такой поддержкой. Вы знаете, с чего все началось? Я была меня пригласили на конференцию, она связана со спортом. И я там встретила одного достаточно именитого спортсмена. Я не буду называть его имя, он достаточно известный в городе, не только по всему миру. И он мне говорит, ты почему не участвуешь в этом конкурсе? Я говорю, да я как-то даже и не слышала. Пришла домой, поделилась с детьми. У меня сын старший, вот Женя, взял за руку, говорит, мам, поехали на кастинг. То есть я вот с сыном вдвоем приехала на кастинг. Прошла. Мне позвонили, сказали, Марина Михайловна, вы достаточно успешно прошли конкурс. И вот с тех пор я здесь живу.